Здравствуйте, дорогие друзья! Без лишних слов, пятый день студвесны 2021. И сегодня на сцене мы увидим математиков, а также Институт фундаментальной медицины и биологии. Раз, два, три, четыре, пять. Пятый день студвесны 2021 года стартовал. Сегодня свою конкурсную программу представляет Институт математики и механики имени Лобачевского, а конкуренцию им составит Институт фундаментальной медицины и биологии. Не сомневайтесь, сегодня будет жарко. Привет. Здравствуйте. Что ты слушаешь? Зум-конференция идет у меня. Я училку на совещание. Простите, не будем вас отвлекать. Ну, скажи, что ты чувствуешь перед выступлением, которое начнется через 20 минут? К сожалению, вообще ничего прям. Может быть, потом что-нибудь почувствую. А нас что-нибудь чувствует. Чувствуешь? Чувствую... Спокойствие за свой номер. А вы знаете, кто сегодня выступает? Сын мой. А сын где учится? Факультет математики. Ну тогда будем желать ему огромной удачи и будем смотреть за их выступлением. Спасибо. А мы с удовольствием посмотрим, да, на наших замечательных студентов. Ну вот уже все и на местах. Гасим свет и начинаем. Первыми из-за кулис выйдут студенты из Института математики и механики имени Лобачевского. Открывается занавес, и мы переносимся в обычный двор, в котором и пацаны с гитарой, и девчонки, которые от них без ума. У нас во дворе на четыре дома одна скамейка. Играем в футбол, а вместо ворот кирпича из подъезда. Сосед приехал на новой тачке, но все знают, он взял кредит. Кто-то написал в подъезде: Маша дура, а Маша молчит. Но каждый вечер кто-то один из нас выходит первый и доносится у всех в квартире: а ну выходи. Знаете, в чем прелесть этой канвы? В том, что все это ну слишком жизненно. Смотришь на сцену, а внутри так тепло становится. Воспоминания, все дела. Контролирую! Так. Разве происходит что-то важное? А ты что, совсем ничего не замечаешь? Нет. Ну вот смотри, тетя Настя стены подъезда моет. А он тетя Камила цветы поливает. Вижу. Это, Макс, главное событие двора. Субботник! Так сегодня же вторник. Время субботника приходит ровно тогда, когда главное по подъезду решит. О, Камил, привет! О, именно с этих слов начинается беседа длиною в жизнь. Мы вот с Кариночкой недавно в театр сходили. Ну, если ты в этот момент оказался рядом с мамой, то для тебя еще начинается борьба за выживание. Карина, веди себя нормально. Сейчас пойдем уже. Ой, иди уже в песочнице поиграй. Привет. А что готовишь? Суп. Ну, тогда я кашу приготовлю. В особом порядке хочется отметить световой театр. Я вообще не из пугливых, но в этот раз было слегка жутковато. Сейчас ловите нарезочку крутых творческих номеров и вдохновляющую речь, от которой у некоторых зрителей в зале даже потекла слеза. Ну ладно, это я про себя. Дорогая, беги, беги ради папы и мамы. Если услышишь шаги, делай круги и зигзаги. Ох, беги. Но вернемся к моей истории. Черная затонированная тачка, 3 часа ночи, мы куда-то мчимся за рулем боец ММА. И где-то посередине пути я все-таки решаю спросить у своего друга, а куда мы едем-то? И он мне говорит: а помнишь Сашку? Сашку, который ушел после 9-го. Ну тот самый Сашка, с которым вы яйцами в прохожих с балкона кидались.
Тот самый, с которым вы клятву у костра давали, что никогда не забудете друг друга. И он не забыл. Он пригласил нас на свое день рождения. Я вдруг четко осознал, что Саша, человек, с которым я в последний раз виделся полгода назад, сдержал свою клятву у костра. Он помнил, а значит и я тоже помню. И я ехал. Я ехал за 1000 километров из своего родного города Владивосток в город Хабаровск. Потому что дружбу забыть нельзя. Студенты из Института фундаментальной медицины и биологии решили посвятить концерт советскому конструктору ракетно-космических систем Сергею Павловичу Королеву. Обращаться к несуществующему уже как 30 лет государству уже не в новинку, но подать эту тему через мюзикл уже интересно. В стране так неспокойно, все в оборону финансы. Наши ракеты помогли бы стране защищаться. Но мы же не добились взлета, человек также на суше. Никаких сомнений, что мы время для славы задушим. Нам нужны детали. Чтобы добиться цели в институте, так много ресурсов, мы пару зацепим. Ты сумасшедший, родина нам не простит. Это незаконно, нет, я знал, что ты, конечно, псих. Да брось, Валентин, ты же смел, а не трус. После этих событий нас не забудет весь союз. Мы не сдадимся легко, мы видим эру вперед. Эту страницу открой, нам против всех не впервой. Я не уверен, что ты прав, переступив черту. Ты здравый смысл потерял, догоняя мечту. Вот и подошел к концу уже 5-й день студвесны 2021. А вы не забывайте смотреть все выпуски нашего дневника. До свидания!